В центральной библиотеке города Видное продолжает работать выставка «Планета мастеров», открывшаяся еще в начале ноября. Представленные поделки удивляют читателей своим разнообразием и неординарностью. В рамках одноименного фестиваля главный библиограф Марина Андрианова пригласила рукодельниц, которые с удовольствием согласились показать мастер-классы и поделиться опытом. Они из пряжи сделаны, называются они мартинички. Изделия из кожи, куклы-обереги, вязание, валяние, скраббукинг, рисование, флористика, бисероплетение, всевозможные украшения из различных материалов. Всему этому можно было научиться на мастер-классе у рукодельниц. Многие думают, что это только женские занятия. А Николай Самокин считает, что мужчина должен уметь делать все. Мужчины тоже вяжут. Я в этом ничего такого не вижу. Страшно. Почему меня заинтересовали куклы и наряды к куклам? Потому что у меня внучка. И я, в принципе, смотрю, что можно сделать. Надежда Дворникова приехала из города Домодедово, чтобы рассказать про свое творчество, которым она занимается с юного возраста. Рукодельница закончила курсы по вязанию, шитью. Теперь научилась работать с лентами разных размеров, из которых она создает необычные украшения. Если у человека есть усидчивость, то можно всему добиться. И трудолюбие. Некоторые начнут раз-раз и бросают. Здесь надо терпение. И самое главное, чтобы человеку нравилось, чтобы доставляло это удовольствие. Мероприятие длилось более 5 часов. Все получили бесценный опыт, сделав своими руками изделия из кожи и цветов, лент и ниток. Это стимулирует людей к творчеству. Они начинают, может быть, даже мыслить по-другому. Они видят, что у простых людей, которые вообще никогда не занимались рукоделием, получаются такие удивительные вещи, броши, они вяжут игрушки. Мой замысел, который, как я это себе представляла, мне кажется, он воплотился в жизнь. Увлекательные мастер-классы никого не оставили равнодушными. Анастасия Воронина, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.